Привет, друзья! Сегодня готовим татарское азу. Замечательное блюдо с картофелем, мясом и овощами. Что может быть лучше приготовленного в казане? Первым делом нам нужно порезать картофель. Нарежу его дольками, чтобы он равномерно обжаривался. А в качестве мясной составляющей сегодня буду использовать говядину. Говяжью лопатку. Здесь есть и жилки, и жир, и большое количество мяса. Идеальное сочетание для тушения и для жарки. Буквально немного зачищу мясо. Уберу самые жесткие жилки. И нарежем порционными кусками. Отлично. И теперь нам нужно нарезать тонкой соломкой репчатый лук, морковь и соленые огурцы. Отлично. Отправляемся к казану и разогреваем растительное масло. Ну а прежде чем мы начнем, хотел порекомендовать вам магазин ImhaShop. В ImhaShop вы можете приобрести узбекские казанные печи, подказанные афганские казанные торцевые доски, шампура и многое другое. Доставляют по всем городам России и по всему миру. Просто напишите им WhatsApp, чтобы узнать условия доставки в ваш регион. Ссылочку на них я оставляю в описании, но если напишите, что пришли от Тихона, получите приятный бонус. А мы отправляем жариться картофель. Первое время картошку сильно не мешаем, даем ей хорошенько прихватиться и обжариться до золотистой корочки. Картошка просто красавица. Посмотрите, какая золотая. Хрустящая. Вынимаем ее из масла. И точно так же отправляем обжариваться говядину. Мешаем мясо не часто, а огонь поддерживаем максимально сильный, для того, чтобы мясо хорошенько обжарилось со всех сторон. Красота. Вытаскиваем мясо из казана и начинаем поэтапно обжаривать лук, морковь, потом добавим к ним соленые огурцы и перетертые томаты. Такое мясо уже хочется съесть. И отправляем лук. Лук обжарился, отправляем к нему морковь и обжариваем еще 3 минуты. Какая красота! Перетертые томаты и столовую ложку сахарного песка. И в таком состоянии нам нужно протушить огурцы и перетертые томаты примерно 5 минут, чтобы огурцы стали помягче. После этого добавляем туда мясо, соль, перец, доводим до вкуса и добавляем бульон или воду, примерно 500 мл, чтобы было в чем тушиться. Закрываем крышкой и оставляем на 20-25 минут. После этого говядина станет просто нежнейшей. Добавляю воду, соль, черный молотый перец и лавровый лист. И закрываем крышкой. Нам остается только ждать. После этого добавим картошку, рубленую зелень, чеснок. Поддержим 5 минут и можно подавать к столу. Сил больше нету ждать. Добавляем картофель, зелень, ждем 5 минут и подаем к столу.
Друзья, спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки, комментарии и за то, что делитесь нашими рецептами со своими друзьями. За вас. Давайте скорее пробовать. Что может быть лучше такого ужина в теплой, хорошей компании?